безопасности. Вторая причина – это в нашем центре на сегодняшний день работают специалисты, сертифицированные специалисты, которые могут проводить тренинги и семинары для государственных органов, для сотрудников государственных органов. В тестовом виде зарегистрирована нотификация для Кыргызстана. Север, единый реестр нотификации в данном время заходит через интернет. Всего уже зарегистрировано 35 тысяч. Необходимым условием реализации.